Голосовали и в соседних субъектах. Так, к примеру, на Ямале уже выбрали губернатора на должность высшего должностного лица региона. Решением законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа избран Дмитрий Артюхов, действующий губернатор. Его кандидатуру поддержал президент страны Владимир Путин. Поздравила Дмитрия Андреевича и губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона посетила церемонию вступления в должность Дмитрия Артюхова и отметила дружбу между Ямалом и Югрой. Напомним, что регионы совместно воплощают инвестиционные проекты, соглашения по развитию транспортной инфраструктуры и многое другое. Отмечая наши дружественные соседские отношения, то, что мы подписали, продлили срок генерального соглашения между Ханты-Мансийским автономным округом, Югрой, Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью, залог того, что мы вместе движемся дальше –